закончились новогодние гуляния, и работа продолжается. В сельском хозяйстве выходных нет. Убрали последнего утака сегодня. Вывода 1 августа. Хочу показать его вес. 1 августа – это у нас полностью август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 5 месяцев утаку. Возьмем. Вчера еще двух убирали. Не подумала развесить их. Но они тоже были абсолютно одинаковые. Весы надо поставить на 0. Ноль, весы ноль у нас. Ох ты, какой у меня красавчик. Весь все мне тут позакапал. Сейчас уместим мы тебя сюда. Красота моя. Не получился у нас вот так. 3232. Если добавить еще вот ту красоту, которая считается деликатесом, это у нас желудки, стаканчики, желудки, печени, сердечко. Желудки, печени, сердечко. Давайте со стаканчиком, не так он много весит. Поставим со стаканчиком, что у нас получится. 3427. Вот такой у нас получается вот так, 5 месяцев жизни. Не знаю, может быть, это и маленький утак, но я считаю, что для 5 месяцев это просто замечательный утак. Замечательный. 3430. Прекрасный. Жира в нем не так, вообще практически нет. Просто совсем мизерная маленькая прослоечка. Это мясо индоутки считается деликатесным и диетическим, и пригодно для питания деток, потому что жировая прослойка только подкожная, само мясо внутри, грудка, ножки, сам состав мяса не имеет жира. Вот такие вот такие.